третьей серии сериала «Все могло быть иначе». Сообразив, что натворила, Леша умоляет Юлю простить его, но Юля больше не хочет его видеть. Она сбегает в Москву вместе с Яной, где надеется поступить в Институт искусств. Сергей обещает Антону, что Ника выйдет за него замуж в ближайшее время ради любви к сыну. Его отец соглашается на брак Антона и Ники. Владу делают операцию, которую тайно оплатила Ника. Теперь он сможет ходить, но в спорт уже не вернется. Михаил, раздавленный смертью дочери, обвиняет Влада в ее гибели. Посмотреть очередную серию вы сможете 21 мая.